Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор пустых баночек за март месяц. Очень тяжелая сумка, все даже не поместилось, и получается всего 32 баночки Oriflame и 2 баночки от других производителей, 392 бонусных балла. По ценам каталога это 23 241 рубль. Естественно, что это по текущим ценам, и большинство продуктов мы покупали, может быть, по акциям или даже какие-то продукты с 50% скидкой, но сейчас считаем на текущий момент. И по ценам для консультантов, то есть со скидкой 20%, 18 593 рубля. Получается экономия почти 5000 рублей. Насколько выгодно быть партнером компании Oriflame и пользоваться скидками, привилегиями и участвовать в акциях. И на 816 рублей это продукция из других фирм. Итак, приступаем к рассмотру. Буду идти по порядку, все как лежит. Это коктейль Wellness, мой любимый протеиновый коктейль, который обладает вкусом клубники. Этот коктейль насыщен клетчаткой и тремя видами белка. Обожаю его просто, и могу сказать, что благодаря этому коктейлю и витаминам у меня в принципе начали расти волосы, ушла сухость, и я стала выглядеть моложе. Поэтому когда есть возможность, я всегда пью коктейль хотя бы один раз в день. Я бы хотела его пить чаще, но в приоритете у меня все-таки стоят витамины Wellness Pack, поэтому нам нужно 3 пачки на каталог, и сами посчитайте, это получается очень приличные суммы. Коктейль очень полезный, ценный и питательный. В руках держу маску для волос, это серия Elio, серия люксовая, с чудесным ароматом, и она эффективная, по крайней мере она классно подходит для обладательниц волос, например, которые нужно восстановить, которые склонны к сухости. И эта маска, она просто вкусная. Обычно я эту серию дарю дочери, эта серия дорогая, выглядит очень красиво, она ее просто обожает, просто с первого момента, когда я получила эту продукцию, и она все время спрашивает: мам, у нас так Elio давно не было. Я говорю: так ты посмотри, сколько стоит, как будет акция какая-нибудь хорошая, возьму. Ну, я, конечно, беру всегда и дарю ей, но сама тоже иногда пользуюсь. Вот как раз этот продукт, который из других фирм, это кондиционер с эффектом ламинирования, фирма Organic Zone. Мне присылали на обзор просто эту продукцию, я ее абсолютно бесплатно тестировала, мне очень понравились первые впечатления. У меня еще был, по-моему, шампунь и какое-то средство для волос тоже с эффектом ламинирования. Вы знаете, вот первый эффект был такой классный, я вот реально просто такой говорю: ух ты! Продукция, кстати, такая дороговатая достаточно. У меня такие волосы были прикольные, вот по ощущению, то есть они такие разглаженные, на ощупь плотные, объемные. Мне очень понравилось. Но почему-то этот эффект, он исчез, когда я уже 3-4 раза начала пользоваться. Он куда-то делся. Я поделилась с дочкой, она говорит: мам, ну так же обычно и бывает. И поэтому я им перестала пользоваться. Миша использовал. Я ему задала вопрос: Миш, как тебе? Дай отзыв. Он говорит: ты знаешь, я, в общем-то, особо в этом ничего не понимаю. Я намазал, вроде бы расчесался, все нормально. Я, говорит, не заметил какого-то суперэффекта. Ну, вот, так что я вам рассказала, показала. Кстати, здесь написано еще для секущихся и ослабленных волос. Вот. Ну, особо такого прям вау впечатления нет, но и сказать, что прям все плохо, тоже не скажу. Так, еще один продукт. Это присылали с AliExpress. Какая-то штука, такой праймер для того, чтобы нанести под тональную основу, но я один раз попробовала, она какая-то такая неприятная на вот общупь, я ее просто целую выкидываю, потому что кому-то подарить я не смогу, самой пользоваться тоже не могу, она вот новенькая прям лежит, поэтому я ее просто утилизирую, потому что нет смысла занимать пространство продуктом, которым все равно не будешь пользоваться. Вот когда мне присылают посылки с AliExpress, я очень боюсь средств, которые для лица. Я максимум что допускаю, ну, может быть, тенюшечки там какие-то, там помадки, и то у меня все-таки какая-то внутри настороженность сохраняется, потому что я настолько себя чувствую в безопасности с продукцией
от компании Oriflame. Уже 22 года я ей пользуюсь, у меня отличные все вот результаты, показатели по внешности, по здоровью, по состоянию кожи, волос, ногтей. А когда что-то новенькое, реально сразу так: а вдруг что-то испортится, а вдруг вылезут какие-нибудь там неприятности. Нет, вот реально лучше, как говорится, лучшее новое, да, лучший враг хорошего, или как там говорят. Ой, это мое любимое средство для снятия макияжа с глаз. Оно водостойкое, серия The One. Если вы возьмете новый флакончик, посмотрите, то в нем жидкость получается как бы напополам, двухфазная. Одна часть светлая, другая голубая. И перед применением ее нужно вот так вот взбить, потом нанести на ватный диск, просто прижать, подержать на макияже. Но я сначала макияж водой все равно как бы смачиваю, во-первых, чтобы тушь размягчилась, потому что ни к чему вот это вот тереть, снимать энергично. Я мягонько размягчаю тушь, потом прикладываю ватный диск, держу аккуратненько вот так вот вниз, опускаю, открываю глазки и к носу. В принципе, макияж вообще, знаете, как нужно снимать, если вот по-правильному все делать? Нужно положить сюда ватный диск, вот такой вот кусочек, сверху уже прижать смоченным в средстве ватный диск, и чтобы вот все остаточки с ресниц, не все попали на тот диск, который вы изначально положили вниз. То есть разрезать напополам и вот так прикладывать. Я пробовала, но это так долго как-то все это делать, у меня этот способ не прижился, поэтому я вот делаю вот так. Мне очень нравится это средство, потому что оно убирает макияж начисто. Единственное, что о нем бывают нехорошие отзывы, оно такое жирненькое, маслянистое, его вот прям тут чувствуется. Даже вот сейчас, если вы посмотрите на флакончик, то в нем вот видно эти капельки маслица, как будто бы висят, они никуда не делись, и вот они остаются на коже. Но мне, например, так как у меня кожа очень тонкая вокруг глаз и очень сухая, мне наоборот классно то, что становится сразу мягенько, жирненько. Потом я водичкой все активно смываю, промакиваю полотенчиком мягеньким и наношу крем для кожи вокруг глаз. Все, меня очень все устраивает, это просто чудо. Вау, мой любимый продукт, кстати, не разрезала, сейчас разрежу и вымажу остаточки, потому что там что-то еще просвечивается. Это маска для рук, серия Schwedisch Spa, моя любимая маска вообще. Я ее на ночь, она, кстати, дорогая, если сравнивать ее там с кремами, с какими-то, вот так уже не выдавливается все, я там давила, я разрежу ножничками. Она очень густая и плотная, ее лучше наносить под перчатки, если у вас есть перчатки. То есть видите, она прямо вот наносится и так с трудом растаскивается по коже. Я ее прям толстым слоем на ночь наношу. И вот многие пишут: Лиля, у тебя кожа на руках такая хорошая, молодая. Мне вот 47 лет уже через месяц будет. Смотрите, она действительно хорошая, потому что я за ней очень хорошо ухаживаю. Я очень много кремов использую. Я на ночь обязательно делаю вот эту маску или просто жирненький крем. Если этого нет продукта у меня в наличии, хотя я стараюсь, чтобы всегда был, то я просто жирненький крем беру и иногда наношу перчатки, ну, на себя надеваю. Но в них неудобно спать, а летом жарко, поэтому не часто это делаю. Но эффект, что кожа в хорошем состоянии. И, например, я ухаживаю за лицом, нанесла сыворотку, на пальчиках что-то осталось, я раз сюда, нанесла крем, на пальчиках осталось, я раз сюда. Кстати, за счет этого у меня получается даже нет вот этой пигментации такой сильной, которая с возрастом возникает. Конечно, вот есть какие-то пятнышки, наверное, скрытые, полезли сейчас, солнышко уже гуляем, да, начинается, короче, нужно защиту уже наносить. Так что вот эту маску я очень рекомендую. А еще она вкусно пахнет, у нее такой аромат, как у всей серии Schwedisch Spa, он такой вот с морскими нотками, очень мне нравится, очень. Так, это дочка отдала, Baby O, бальзам для кожа, для малышей, для грудных малышей. Я этот бальзам подарила ей, потому что она моя малышка, 21-летняя. Она говорит: мам, он такой классный. И вообще, она просто его с таким удовольствием использовала. И вот, кстати, даже баночку жалко выкидывать, оставлю ее, ну что-то можно насыпать. И, например, я в таких баночках семена храню,
очень удобно, маме отдаю, она тоже в них раскладывает, все можно сбоку маркером подписать или на донышке, чтобы вот верхняя часть крышечки была красивенькая. Так что бальзам очень суперский. Азе крем гидромат, это прошлая коллекция, азе тональный крем, он классный, он такой жиденький. Если его, например, сравнивать с серией Aqua Boost или Everlasting, там более такие плотные и не такие льющиеся консистенции, у него более жиденькая, он очень приятный, не забивается в поры, легко растекается по коже, у него столько функций хороших, и мне очень нравится SPF 30. Это отличный, отличный на лето показатель, чтобы защищать кожу, чтобы не полезла пигментация, чтобы убрать вот этот, как бы отодвинуть старение кожи, потому что солнце занимает первое место по тому, как оно влияет на кожу. То есть, чтобы состариться, нужно просто почаще загорать, умываться горячей водой с мылом, не ухаживать за собой. То есть можно все делать наоборот, и тогда будет все как есть. Это мой любимчик. Дорогой крем, да, вообще серия Novage, можно сказать, ну, не из дешевых, да, сегментов, это люксовая серия. Я беру или Ultimate Lift, то, что у меня сейчас в руках, это у меня крем, какой у меня крем, это ночной, по-моему, да, Night, ночной крем, или Экологен, оба мне очень нравятся, ну просто этот подороже значительно, а тот более доступный, и мне они оба нравятся по впитываемости, по эффекту. Но вот чем интересна эта серия, то что она работает на омоложение фибробластов, то есть это клетка, которая отвечает за выработку коллагена и эластина, то есть омолаживает эту клетку, и она начинает работать так, как она работала 20 лет назад, и начинает выработка коллагена. За счет этого подпрыгивает контур, то есть прям вот овал выравнивается. Вот сами попробуйте, через 3 месяца вы свое лицо не узнаете, особенно это видно по видеороликам, когда записать себя, вот как вы говорите, двигаетесь, то есть как у вас вот лицо выглядит бочком, там поснимайте, а потом после 3 месяцев курса, при условии, что делаете и утром, и вечером, не пропуская, увидите, какой будет результат, он вас удивит, поверьте мне. Мой любимый лак закончился, честно, я вот прям готова плакать, потому что его нельзя больше купить. Этот лак 35557, может быть, где-то появится в распродаже, вот этот невероятный оттенок. Когда я им красила ногти, вы мне все время писали в комментариях: дайте код лака, что это за лак, где вы взяли этот лак. Я не знаю, как, неужели его сняли совсем, я забиваю его в корзину, а его нет, я в печали, потому что он невероятно красивый. Так, вот это я даже не знаю, надо ли это показывать, это старый-старый еще тюбик, нашла, у меня столько раскопок иногда делаю, для депиляции волос, ну вот, даже чуть-чуть не использовали. Прикольная, кстати, штука, не знаю, почему их убрали, потому что, ну, это актуально зачастую бывает. Так, это отдала дочка, апельсиновая смягчашка с прополисом, пустая баночка. Баночка, кстати, красивая, тоже их не выкидываю, я их на поделке оставляю, на какие-то, ну, прям вот прикольные штуки, можно в них что-то тоже складывать, мелочь какую-то. Если вы рукоделием занимаетесь, то вот эти баночки просто вообще нельзя выкидывать, действительно, они могут пригодиться всегда, какие-то мелочи, пайеточки, бусинки, пуговки складывать. Так вот, что делает смягчающее средство? Я его использую на губы, на кутикулу, на пятки, то есть все, что вот сохнет, все, что трескается, где-то стянутость, везде мы мажем смягчашкой. Даже можно на коже вокруг глаз, если чувствуете вот прям вот сухость вот где-то, да, я иногда бывает на все лицо как масочку делаю. Секретика вам такой скажу, потому что мне очень нравится эффект. Ой, моя любимочка, это сыворотка серия Hair X для восстановления волос. Я ее наношу на кончики, то есть она удобная, с дозатором, 2 капли, 2, нам не надо много, потому что я не ношу ее везде. Я ее растираю так вот на подушечках пальчиков, она согревается, я аккуратненько переношу только на кончики, вот только на кончики, чтобы они хорошо разгладились и они классно расчесываются.
Попробуйте, это ну, нереально крутая штука. У меня всегда есть эта сыворотка, то есть не бывает такого, чтобы у меня ее не было вдруг в наличии, потому что я ей практически всегда пользуюсь. Так, эта дочка отдала какой-то бальзам. Он так вкусно пахнет, мне кажется, это вот Терия Мини Маус была, но уже почему-то без наклейки. У меня такого не бывает, чтобы наклейки слетали, но пахнет очень вкусно. Мы с ней любители бальзамчиков. У меня дочка даже, кстати, не красит практически вообще губы, редко-редко помадой, иногда бальзамом, в основном у нее смягчашечки на губах. Что? Что это такое? Почему они так быстро заканчиваются? Это масло чайного дерева с лаймом. Но в основном, конечно, пользуется дочка, потому что есть такая проблема высыпания на нервной почве. У нее бывает чистое-чистое лицо, потом раз, курсовые, начинается сессия, бфф, и все, все лицо усыпано, в основном лоб. И она вот мажет чайным деревом, оно как бы снимает воспаление, а я им пользуюсь всегда. Ранки, укусы, ушибы, то есть ожоги какие-то там готовлю, раз брызнула, я быстренько маслицем прижгла, потому что оно у меня всегда под рукой. Если я еду куда-то в путешествие, то масло в первую очередь. У меня вот я пишу все списки, что с собой взять, чтобы что-то вдруг не забыть. Я масло чайного дерева, оно пункт номер один всегда. Без него куда-то ехать нельзя. Да вы что? Оно же заменяет пол аптечки. Я его могу развести с водой, в носик закапать, если начинается, да, какой-то там процесс заболевания. Развести с водой, прополоскать горлышко. Мне помогает, я это делаю. Ну и так далее, и так далее. Если есть перхоть, его в шампунь добавлять. Его можно в крем добавлять, чтобы вот воспаления все снимались. Ну вот, если, например, запах ног, да, надо хорошо помыть ноги и обрабатывать маслом чайного дерева. И поменять, все выкинуть носки, поменять обувь, и у вас уйдет эта проблема. Поверьте мне, это проверено. Мой любимый гель-тоник. Кстати, я привыкла с 19 лет, что очищение отдельно, тонизирование отдельно. А когда вот это совместили, я такая: бе! Что это? Зачем? Зачем они это сделали? Как они могли? И потом, когда я начала пользоваться, я оценила этот продукт. Ну, во-первых, экономия времени, экономия ватных дисков, а во-вторых, то, что реально очень круто очищает кожу, и такие приятные ощущения. Прелесть просто. Так, продолжаем. Следующая. О, какая большая пустая баночка. Шампунь с ромашкой и авокадо. Кстати, у нас появился теперь твердый шампунь. Именно из этой серии с ромашкой и авокадо я уже его получила. Скоро попробую. Смотрите мои видео, в которых я буду отзывы свои давать о новинке. Что я могу сказать по поводу этого средства? Оно очень классное. Хотя оно и два в одном, я все равно потом использую бальзам. И обычно я им мою волосы первый раз. Оно сразу очищает хорошо, смягчает волосы. Шампунь невероятно круто подходит для обладательниц сухих волос. Вот я вам просто одним словом скажу, у кого волосы повреждены, надо восстановить. Вот вам, пожалуйста, мягкий, нежный, питательный шампунь, очень классный. Зубная паста, ну конечно, защитная, кстати, защитная зубная паста. У нас обычно открыты 4 разных вида, и кто какую хочет: отбеливать, травяной, паста гель освежающая или защитная. Они все прекрасные. Пасты одобрены шведскими стоматологами, они абсолютно классные, хорошо ухаживают за зубами нашими и полостью рта. А это что? Конечно, это мой любимый гель, серия Feel Good Loft Up, сливовый аромат, невероятно вкусный. Мне в нем нравится то, что в состав входят натуральные эфирные масла, и он такой вкусный, и он так классно ухаживает за кожей. Вот и очищение, и мягкость, и этот аромат просто невероятный. Я обожаю этот гель, именно этот мой любимый, и еще с красным апельсином. Так, это что такое? Вот обычно это говорит о том, что продукт прелесть. Это крем для рук, Лерочка тоже отдала, дочка. Я ей все время дарю, стараюсь продукты розового цвета, сиреневый, розовый. Она этот цвет обожает, поэтому ну, все, что розовое, я ей сразу это покупаю. И еще один тоже от нее, тоже розовый. Кстати, вот жалко, этот крем сняли с продажи. Дело в том, что этот пахнет розой, а этот пролине. Такой вкусный.
вкусный аромат кондитерки, и он просто и дизайн красивый, и такой вкусный. Но почему некоторые продукты снимают с производства? Вот не хотелось бы, чтобы они с нами были долго и всегда. Кондиционер — это разглаживающая серия, его уже нет, нельзя купить, он был по акции, я взяла сразу 5 таких кондиционеров, просто мне они очень нравятся, и Лере нравится, потому что приятно, когда волосы такие гладкие, блестящие, ухоженные, холеные, а за волосами нужно ухаживать, как сказать, очень тщательно. Крем для ног, вот эти продукты редко заканчиваются, ну не так часто, как крем для рук, например, или шампунь, или гель. Не каждый день я пользуюсь кремом для ног, но 2-3 раза в неделю, ну 2 точно, я наношу крем на ноги, потому что сохнет кожа и хочется, чтобы ножки тоже были мягкие и приятные. Что в этом креме мне не понравилось? Он хороший по плотности, он густой, красивый, он прям какой-то перламутровый даже. Он не, мне не понравился тем, что вот смотрите, я его нанесла, он хорошо впитывается, но когда я, например, босиком пошла вот по ламинату, по плитке, у меня есть ощущение, что у меня на ногах что-то есть, хочется смыть. То есть на утро вот такие остаются впечатления. Я просто дома хожу в основном или тапочки, или носочки тоненькие, хлопковые, и у меня нет этого, но оно же все равно есть. Мне кажется, это не очень хорошо, потому что в других сериях, вот именно вот в таких фруктовых я заметила, вот он был еще с гранатом, сливовый такой же вот крем, они такие вкусные, вот, ну, вот съесть охота. Я даже руки мажу иногда на ночь, ноги намазала, и руки намажу, он плотный, он хорошо питает, но вот это вот ощущение, что вот, вот какая-то вот скользко, как будто вот пленочка все-таки какая-то есть, мне это не очень нравится. Как бы я это принимаю только потому, что у него такой запах, такой вкус, и конечно можно все простить, но хотелось бы, чтобы вот этого эффекта пленки не было. Так, и это еще не все. Beautanicals первый раз закончился, уже кондиционер один заканчивался, я показывала вам пустой флакончик, а шампунь первый раз, он нереально крутой, если вы не пробовали, попробуйте. Я не гарантирую, что он всем может подойти так, как мне, но у меня с ним оживают волосы. Во-первых, на 95% натуральность, во-вторых, экстракт жимолости, который дает такой аромат, аромат просто нереально вкусный. Удобство, то что здесь дозатор, обожаю все продукты с дозаторами, все продукты, которые с дозаторами, я им сразу уже наперед даю 5 очков вперед, потому что это очень удобно, нажал, все у тебя в ручке. У него невероятно маленький расход, вот на мою копну, вот достаточно, у меня все-таки большие волосы, их как бы и много по объему, и они достаточно длинные, на мою длину мне нужно 2-3, максимум 4 нажатия, 3, иногда 4, это очень мало, получается меньше, чем чайная ложечка объем, то есть прям мало-мало, вот так. Он так круто вот пенится и промывает волосы, пахнет вкусно прям, вот всем рекомендую. Сыворотка Skinergize, мне кажется, я ее показывала, нет? Так, сыворотка Skinergize, она как будто свечение какое-то дает, я ее использовала вместе с кремом, крем у меня в прошлый раз закончился, я думаю, как так, крем почему-то закончился быстрее, чем сыворотка, обычно у меня все наоборот, сыворотки расход большой, а кремы маленький, то есть крем еще остается где-то на полтора месяца, когда сыворотка уже кончилась. В этот раз было по-другому, я удивилась, потому что крем закончился быстрее. И вот эта сыворотка Skinergize, она дает вот такое сияние, у лица становится и розовенький подтон. Классная, очень крутая сыворотка. И это еще не все. Краска для волос, конечно, мой оттенок 9.0. Это видно, да? Мне кажется, у меня цвет все равно чуть-чуть другой получается, чем на упаковке. Еще камера будет чуть-чуть передавать не так, но, а может быть, уже практически такой. Мне кажется, у меня больше немножко рыжинки еще сохраняется, но я думаю, она тоже со временем пройдет. Очень крутая краска, она с льняным маслом и какой-то там специальный комплекс, который и ухаживает за волосами,
и седину прокрашивает очень хорошо, и она стойкая. У меня нет такого, чтобы я прокрасила волосы, в следующий раз мою, а с меня смывается краска. У меня такого вообще нет. Ну, может быть, еще потому что светлый тон, но раньше я черный, да, темный красилась, и тоже не было. Мне это очень нравится, то что она не вымывается. И я каждый раз, я только корни подкрашиваю, я не крашу все полотно, редко-редко, потому что раз в год я все пройдусь, чтобы выровнять тон, а в основном корни прокрасила, все отлично. Так, это тоже дочка отдала, бальзамчик, серия Essentials, могу ошибаться. Мне почему-то не понравился бальзам, я его отдала дочке. Ну, во-первых, нет запаха приятного, как я люблю, чтобы бальзамчики, они прям пахли какими-то ягодками, клубничками, какими-то экзотическими фруктами. У этого запаха нет. И мне почему-то то ли совпало, у меня начали шелушиться губы, то ли это был какой-то период, и я отдала дочке, говорю, попробуй, может быть, тебе подойдет. Она говорит, мам, у меня все отлично. Я говорю, ну, оставляй себе, я не хочу. Я купила себе вкусняшки какие-то, ими пользовалась. Так, это тоже отдала дочка, тушь термостойкая, то есть с эффектом, как будто она снимается с ресничек, как одежда, если очень теплой водой смывать. То есть ее не надо, для нее какое-то средство, ее не надо мучить там всякими мицеллярками и так далее. В холодной воде, например, в море, в бассейне, она будет шикарно лежать, то есть вы можете нырять, купаться. А в теплой воде вы ее просто снимете, и у вас не будет вот так вот эффекта панды. Кстати, эту тушь очень многие любят, и ее вроде бы как сняли с производства, но такое чувство, что она где-то в следующих каталогах появляется. Поэтому, если ни разу не пробовали, закажите. У нее еще такая удобная пышная кисть, смотрите, какая она классная, такая объемная, много-много-много ворсинок, которые хорошо прочесывают и делают реснички такими прям длинненькими, пышненькими. То есть тушь просто огонь. И осталось у нас с вами две пачки пустых коробки Wellness Pack. Одну Лера отдала, одну я. Все по-честному. А Миша пьет сейчас из баночек витаминки, поэтому их хватает там на 2 месяца, и его пачки нету. Он пока пьет по отдельности. Кстати, удобнее, конечно, взять пакетик, в котором уже лежит 2 омеги, одна астаксантинка и одна витаминка. Пакетик открыли, выпили, и все. А когда из каждых баночек набирать, мне, например, не очень удобно. Фух, все вам показала, все рассказала. Надеюсь, это видео вам полезное, потому что какие-то рекомендации помогут вам определиться, стоит вам этот продукт заказывать или нет. Если у вас остались вопросы, вы их прям в комментариях под видео задавайте. И просто пишите обратную связь, какие у вас любимые продукты, сколько у вас пустых баночек, делаете ли вы такие подсчеты, которые действительно радуют и вдохновляют рассказывать людям про Oriflame, то что здесь выгодно, экономично и очень доступно. Я вам желаю всем отличного настроения, красоты и успехов во всех делах. С вами была Лилия Донского, пока-пока. Кот, ты проспал все видео. Это не кот, а Соня просто у тебя какой-то.